Не секрет, что процент явки на выборы невысок. Исключение составляют выборы президента. Инициатива правового комитета – разработка программы правового просвещения молодежи «Я – будущий избиратель». Уже второй год для старшеклассников проводят тематические уроки. Ребята изучают программы партий, участвуют в дискуссиях, деловых играх. Чтобы в доступной форме донести все эти знания до молодежи. Именно вот так, через интерес, через конкурсная составляющая, можно донести эту информацию, и им это будет интересно, и они будут ее воспринимать. В викторине приняли участие 10 команд. На суд зрителей и жюри участники представили свои проекты, как они видят выборы будущего. Ирина Строгина – капитан команды школы номер один. Ей еще нет 18, но к выборам готовится осознанно и призывает к этому сверстников. Некоторые граждане нашей страны, они жалуются на власть, что недостойные служители закона. А ведь мы сами их выбираем. То есть выбор стоит за нами. Команда первой школы в результате заняла первое место. Команда пятой и седьмой школ, занявшие второе и третье место, показали отличные результаты, лишь немного отстав от лидера. Активная жизненная позиция молодежи курорта не может не радовать. Глядя на таких ребят, можно смело сказать, что будущее нашего города в надежных руках.